Дорогой дачник, сегодня у нас 10 августа 2022 года. И вот сейчас я сделаю быстренький такой обзор помидоров высокорослого сорта Дебарау Красный вокруг стен дачного сарая. Смотрите, в этом году какой феномен. Вот это растение маленькое. И по продвижению к углу сарая, смотрите, растение все больше, 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 больше. Вот чем это объяснить? Ну, у меня только одна догадка. Здесь мешает Изабелла, которая растет над машиной. Ну, здесь такая небольшая пергола. Вот. И вот тут растет у нас Изабелла. Она как бы притеняет машину днем. Вот. Ну и смотрите, дает нормальный урожайчик. Сын его срезает, ну и что-то там делает. Ну, часть супруга на компоты, вот, а сын делает вино. Итак, вот как солнышко восходит, а восток у нас вот там, и первым растением, которое получает солнечные лучи, это вот это растение. И оно получается самое высокое. Ну, где-то, сейчас где-то 2,20, 2,30 высоту. Ну, вот этим я могу объяснить только вот в этом году. В остальные годы здесь все росло одинаково. Но Изабелла еще была молодая, и листового полока такого не было. Ну, ладно, на будущий год посмотрим, как что будет здесь расти, потому что по одному году сказать, ну, скажем так, сложно. Так, это у нас одна делянка у южной стены. Вот. Здесь растения растут, ну, нормально. Они тоже тут где-то около 2 метров. Так, вот они, помидорчики зреют. Зреют потихонечку. Это вот у нас вторая деляночка у южной стены сарая. Здесь тоже ничего такого тут нету. Дебора у нас растет. Не первый год. Так, понимаете? Ну и вот так вот. А вот это у нас с вами западная стена сарая. И посмотрите, вот это крайнее растение уже переросло крышу. Оно потом вытянется, макушка опустится вниз и поднимется вверх. Ну, возле сарая вообще высокорослые помидоры, они растут как помидорные деревья. Если вот загнутую макушку выпрямить, ну, где-то будет, ну, около где-то 3,30 или 3,5 метра. Вот такие возможности дают стены у меня вот дачного сарайчика. Если у вас есть на дачном участке хозпостройки, используйте, пожалуйста, стены этих хозпостроек для выращивания высокорослых сортов помидоров. Ну, пока все. Ах, вот, забыл. Вот здесь место под виноград, но винограда не было. Я посадил здесь тоже вот 6 растений Дебарау.
Здесь они вот немножко пониже, чем у сарайчика. Ну тоже, смотрите, вот зреют потихоньку. Ну, начали зреть. Начали. А так в высоту, где я сейчас скажу, метр 80 пока. А у сарая уже там за 2,5 метра. Вот и думайте. Ну, нужно использовать стены хозпостроек на дачном участке для выращивания высокорослых помидоров. В общем, вот такие дела. Напомню, сегодня 10 августа 2022 года. На связи был Сергей Дьяков. Всего пока-пока.